В далеком 94-м году я, как и многие подростки того времени, посмотрел боевик «Русский транзит» с Евгением Сидихиным и Анной Самохиной в главных ролях. Горесть тепла после долгой зимы. Сидихин хорошо сыграл. Донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины. Время, дыра, это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Смотрели такие фильмы?